Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Hearthstone. Так, ну что ж, счет 6-2 на арене. Возможно, выпуск будет коротким. Может, мы сейчас проиграем, и пипец. А может, выиграем. 7 побед, по-моему, это мой рекорд. Вот сейчас у меня 6 побед, а 7 побед я больше и не делал. На арене, ну я редко играю арену. Ну как редко, стараюсь играть. Я в принципе редко играю. Вот фактически то, что вы на записи видите, это, ну может я играю, может без записи там. Ну не знаю, максимум там раза в два больше. Ну я имею в виду в седло, то есть половину своих игр я записываю. Так, это Малфурион. Победа или смерть? Командирский крик, крик. И щитоносец нам не нужен. Этот, так уж и быть, пусть остается. Алый, ну, нормально. Даже нечего разыграть с монеткой. Давай смену облика. Это яблоко себе на... Прикиньте, голову. Жонглера кинжалами двумя яростями запихать. Запинать. Так, ладно, я... За орден! На самом деле, вот это я сейчас понял, какую я ошибку совершил. У него, если есть существа по единичке, он может просто закидать сейчас кинжалами моего алого крестоносца. Но он так не делает. Он вот как делает. А, ну, в принципе, цель тогда алый крестоносец выполнила. Примкни к нам. Слушай, чувак, вот ты, давай ты просто выйдешь и никого ни в кого превращать не будешь. Так, так, так оно получше у тебя получается, чем вот как обычно у тебя. О, ну морозные эти, это мы сейчас будем казнить. О, замечательно. А, нет, мы тогда не сейчас будем маны. А тогда как же мы будем делать? За гном, рига! Ладно, пока, значит, никак не будем делать. Просто поднимем щиты. Просто я хочу гоблина-аукциониста, чтобы еще две карты взять. Я должен защитить эту землю. Бум! Бум! Так, выходи. А, блин, 5. Да ну ёперный кардебалет. Удар героя, что ли, заюзать? Это заклинание, тоже хочется в комбо его включить. Ну ладно. Надо юзать удар героя всяко. Ничего, сыграем мы еще комбо. Вера. Ой. Вот похоже, мы как раз сейчас и будем все разыгрывать. У меня самые выгодные цены. Несущийся кода. Священник Синдарай. Казни. Бумс. Да, конечно, законтролили мы не совсем так, как я хотел, но в то же время неплохо. О, ну отлично, тут сейчас мы кода вызовем. Надеюсь, он не этого убьет. А, кстати говоря, рывок. А, ну у нас пока не хватает. Ну и что мы тогда вызовем? Сейнджина? И накинем на него священником Синдарая бонус. А вот этого мы убьем внутренней яростью. Вот так вот мы сделаем. Круто, круто. Круто-то круто. Куда ты, где ты его взял, этот звездный свой огонь? Зараза. Что там еще? Гнев?
одну единицу урона, еще карту уберет. Вот говнюк какой паршивый. Паршивый говнюк. Так, ладно, мы сейчас комбо разыграем. Честный дракончик, пока посиди. А ну-ка, стукни вот этого. Еее! В наступление! Так, вот эту одну единичку надо... Хотя, пофиг. Да не, лучше убить, а то она там... Нам еще он ее там что-нибудь с ней сделает. Не надо, лучше убить. Хочешь что-нибудь сделать? Ну блин. Тынц, тынц. Ну, у них, вот у меня чокнутый подрывник, все три в себя запускают. У них чокнутый подрывник прям идеально все пулит. То есть, кого надо убить, он убьет. Ладно. Ну, пропусти ход, что думаешь? Раз нечего сказать, пропусти ход. Хмелизваром можно вернуть. Что же мне делать? Сдавайся, это будет лучший подарок. А кого ты хочешь стукнуть, я что-то не понял. Командира песни войны. Что-то придумал. Я повелитель магии. Маг Долорана. А, и у него, наверное, есть, да, гнев, который 2 единицы теперь нанесет. 16-15 карт. Слушайте, у него карты больше, чем у меня. Хотя мне кажется, что он их берет. Ну так оно, наверное, всегда кажется. Так, ладно. Врата открыты. Становись этим, короче. А ты становись этим. А ты добивай чокнутого подрывника. Все, нормас. Повелитель арены у нас есть. Хорошо. А у него много карт есть, а у нас мало карт. Да ну ты надоел, ты где их берешь, эти звездные огни? Ну пипец. Да, не выиграем мы у этого друида, ну... Ну им идеально карты ложатся, ну... Мне так не ложатся. На каждое мою карту... Я не привыкла так рано вставать. У него есть противоядие. Скажем так. Ладно, я еще, конечно, повоюю. Убьем вот эту. Пока еще ничего критичного не произошло. Мага не убиваю, потому что он и так все заклинания, по-моему, кинул, которые дай только можно. Задание. А на дракошу заклинания не наводятся. Еще и дню. Ну вообще пипец. Все. Это мы проиграли. А я чипсики ем попутно. Да, это мы проиграли. Вот, держи кружечку. Ну, сейчас я попробую еще вот так сделать, конечно. Хотя, все это до фонаря на самом деле. Ученики, внимание! Еще один звездный огонь. Ну сколько их у него? Может у него их штук 10? А я опять ем чипсики. Ладно, мы тут проиграли уже по-любому, я так чисто доигрываю. У него карт много. Так этот звездный огонь, он мало того, что 5 единиц урона наносит, что довольно-таки много, он еще и карту ему дает. Вообще крутая вещь. Мы должны очистить солнечный колодец. Все, карачун нам. И вот эта штука дает карту. Я готов учиться. И вообще у него полный стол карт. Да. И еще и тигренка выиграл. И этот дорос до 9-9-2-2. На, по чекам. Ну и все, собственно говоря. Ладно. Пусть идет дальше. Удачно отдавало время. Мне пока такого не удалось собрать, тем более друидам. Вот.
Но теперь буду знать, что эти огоньки надо все брать. Итого, 6-3 у нас получается. Я же говорю, будет короткий выпуск. Давайте посмотрим, что за такое выдают. Три сундучка. О, 85 зуб. О! Слушайте, так нам почти окупилась арена. 60-85, это сколько? 145, я правильно посчитал? Ну да, 145 золота. Да, 245. Нормально, мы еще можем сходить на арену. 6 побед, нормально. Ну и давайте посмотрим, что в комплекте. Вот это. Редкая карта. Байширский оракул. Больше редких нет, поэтому остальное все так. Ладно. Давайте распылим ненужные карты. Сейчас зайдем в создание наборов. Распылить. А, ну тут только две самых обычных карты. Угу. Спустить собак появилась вторая. На разбойника шаг сквозь тень вторая появилась. И из общих трясинистый ползун, да. А, не, Ваяшивский этот оракул, по-моему. Да, вот она. Тоже их две у меня теперь. Король Мукла. Кстати, мы можем скрафтить себе карту какую-нибудь. Вот это ни в коем случае не создавать. Полная хрень, ребят. Посмотрите прошлые выпуски, поймете, почему эта легендарка полная Г. Всех легендарок пока самая худшая. Лерой Дженкинс. Рывок, боевой клеч и двух дракончиков призывает. Неплохая легендарка. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.